Добровольцы вновь придут на помощь. 5 октября во всех регионах страны пройдет масштабная экологическая акция «Живи лес». В Чувашии экологический десант высадится на территории Заволжья. Все организационные моменты были обсуждены сегодня с представителями Министерства природных ресурсов и лесниками. 3 года назад в Заволжье огонь уничтожил более 4000 гектаров леса. Стихия причинила огромный урон. Чтобы восстановить былую красоту этих мест, недостаточно и 5 лет. Вся надежда на добровольцев. Новые саженцы удалось посадить на площади 1000 гектаров. Последняя экологическая акция здесь прошла весной. В ней приняли участие более 100 человек. На месте сгоревших деревьев посадили более 25 тысяч молодых сосен. Причем добровольцев собирали с помощью социальных сетей. В мае в количестве 100 человек, примерно волонтеров, также утром мы выехали в Заволжье. Ну, дело, на самом деле, для нас, для всех тоже было очень новое. В таких, ну, признаюсь и сам сказать, промышленных масштабах я деревья тоже не сажал. То есть был опыт там в школе, вот когда-то мы сажали. Но так, чтобы вот такими большими количествами, конечно же, не сажал. Представители лесничества, представители Минприроды, то есть нам, всем участникам, объяснили технологию посадки. Организаторы очередной акции рассчитывают, что желающих принять участие в ней окажется еще больше. Неравнодушных просят зарегистрироваться на страничке в социальной сети ВКонтакте. На помощь лесу экологический десант отправится 5 октября. Сбор добровольцев объявлен у здания Министерства природных ресурсов в 8 часов. Саженцы для посадки уже вырастили в питомниках. Запланированы в этот день и другие мероприятия. В Чебоксарах будут разбиты новые аллеи и скверы.